Всем привет, я продолжаю проходить за Сан-Андреас, и пришло время пойти в школу. В автошколу. Ой, не-не-не, опять это. Hey, Caesar, the Yay leaving San Piero, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross-country. Ну вот okay, это I'll давайте тоже сделаем. Почему бы нет? Ладно, школа немножко подождет. Ту штуку, когда они ехали из Лос-Сантоса, я прошел одну, ну, кое-как. Сейчас пройду одно из этих. Так, а где они уже? Покидает Сан-Фиера, а они уже около Лос-Сантоса? Это типа что, надо успеть доехать до Лос-Сантоса, пока они оттуда не доедут? Это, по-моему, бред полный. Вам не кажется-то? Я, правда, не совсем понимаю, куда они едут, на самом деле. Так, поеду-ка я, пожалуй, вот здесь. Тут намного проще и быстрее. Мне бы неплохо другой мотоцикл, на самом деле, взять. Что-нибудь типа... Ай. Блин. Неприкольно получилось, тем более прямо перед ментами. О, а вот это уже прикольно. Так. Что ты делаешь? Совсем тупой. О, другое дело. Мотоцикл получше. А, так они все-таки куда-то вообще в жопу едут. Мотоцикл получше и не дымится. Что-то они не в Лос-Сантос, походу, все-таки едут. Как ни странно. Как-то все очень непонятно. Так. Я вообще не понимаю, куда они едут. Так, я сам-то хоть куда поехал. Походу, не совсем туда. Черт. Ладно, сейчас надо вот до того моста, значит, доехать. Переехать в Красный Граф. Конечно, на бездорожье мне бы Санчес больше всего бы был лучше всего. Ладно, пофиг. Что есть, то есть. Я на него доберусь. Так куда они все-таки едут, если не в Лос-Сантос? Вроде они в Лос-Сантос, да, в Лос-Сантос должны ехать. Они куда-то вообще непонятно куда едут. Они наоборот из Лос-Сантоса почему-то едут. Так. Где они? Они вон туда едут, а зачем они туда едут? Вообще непонятно. Так, сейчас сварить. Ладно, пофиг. Сойдет. Так, ускорение небольшое сделаем. По сути, прямая дорога. Главное, чтобы тут никто не появился вот на таких подъемах и спусках. Ай-яй-яй. Ау! Черт, блин! На спуске и зря я так стал делать. Надо успеть. На самом деле на мотоцикле это будет много проще, потому что я смогу их расстрелять, скорее всего. Да, по этой дороге они так и едут. Они явно едут медленнее, чем я. Так что я должен их догнать без проблем. Так, где они? Они по дороге хоть едут? Да, они заехали на вот это шоссе. Блин, зачем я сюда съехал? Какой тупой. Так, все, на шоссе. Да, по бездорожью они едут. Ну да, Сизер, именно так. Но они все-таки быстрые. Машина там просто деспаунилась, или она просто в другую сторону уехала. Как-то особо не заметил. Да что за дерьмо?
Отвлекся, блин, на полсекунды. Называется. А, я должен успеть. Почти два косаря я у них спер. И сразу менты исчезли. Ну что ж, клево. Ох, и теперь возвращаемся обратно, получается, Сан-Фьерро. Ну-ка, ложись, пролезь. Уи-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 
Эй, ты, чё? Во, нормально. Короче, ладно, возвращаемся в Сан-Фьерро к автошколе. Ну что ж, теперь уж точно приступим к прохождению автошколы. Школа вождения. Так, и тут я еще могу познакомиться с тёлочкой. There's too much of you for me. А, надо больше есть, да? Значит, я должен быть жирным. Ну и пошла туда в жопу. Снова в школу. Welcome to the advanced driving school. To pass, you must score bronze or higher in all 12 tests. To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Ага. Все ясно. Так, 360 градусов. Ну это вообще все. Просто поначалу. Как-то она очень криво это делает. Золото? Изи. Так, 180 градусов. О-о-о. Так, это надо вот так вот развернуться, да? Почему-то только разворот направо, на самом деле. Обычно бывает налево. Ай, ай. Пф, блин. Ай. Да, тут все непросто. Ау. Блин, капец. Это сложно? Ну что, сейчас вроде получше, да? Бронза, да? Или серебро, хрен знает. Пофиг. Поворот и остановка. Но это вроде еще проще. Так, влево или вправо? Давайте влево сделаем. Да, это намного проще. Золото вообще супер. Так, управляемый занос. О, вот это жестко. Серебро, окей, нормально. Позиция. Так, гонка на время. А, это пак. Вот так вот, да? Давайте опять же влево будет. На банши. Так, 5 кругов. Ага. Так, вот все на ручнике. Понятно. Ну, вроде это не так сложно. Я надеюсь, тут не слишком быстро надо все делать. Ну, последний тест достаточно жесткий. Надо будет по городу проехаться, при этом не повредив машину на время. Так, и последний круг. Вроде я очень даже неплохо справляюсь. Бронза, ну пофиг вообще. Так, разворот. Вокруг конуса чего? А, змейка, и потом вот так вот, да? И обратно. Ну пусть опять влево будет, какая разница. Так, ага. Ай! Вау, я все-таки прошел. Так, 90 градусов. А, вот так вот надо припарковаться. Да это уже непросто. Жесть.
Ладно, сейчас, сейчас. Все, все получится. Рано или поздно. Рано или поздно. Ну ладно, хоть так, бронза. Езда на двух колесах. Так, это что, вот так вот? Ага. Серебро, нормально. Задний ход и разворот. Ух ты как. Опять пусть будет слева. Так, значит, надо вот так вот, да? Что-то сбил, но все равно бронзу получил. О, пит разворот. Ага, это я знаю. Такую хрень. Говно. Еще, ща. Блин, это не просто на самом деле. Так. Да. Надо как-то, походу, подальше проехать, прежде чем начать его. Тут говно вообще получилось полное. Это вообще не просто, на самом деле. О, серебро. Бочка. Чё это? А, надо вот так сделать. А, фига себе, это жестко. Так. Понятно. Да. Много слишком повреждений. Но я слишком, блин, сильно заезжаю на трамплин. Надо поменьше заезжать. Ну, и не настолько поменьше, блин. Что-то как-то у меня все очень плохо получается. Хреново из меня водитель. Да в смысле? Направление вас не устроило, я ж перевернулся. Ну и чё, что я приземлился криво, какая разница? А чем мне это вообще? Да... Это жестко слишком как-то. Опять повреждение 100%. Ну чё за бред? Понятно. Жесть. Да как 100%-то? Ну чё я? Зато на направленность 100. Опять сейчас повреждение будет, конечно. Да блин, я слишком сильно либо заезжаю, либо слишком слабо. Я никак не могу найти золотую середину. Тут я вообще ничего, это, блин. Давай уже заканчивайся. Ох, это же очень непросто. Он постоянно не слишком как-то... Вот он слишком всегда медленно крутится. Вот как вот сделать, чтобы он крутился побыстрее? Вот он очень медленно крутится. Ладно, я не сдамся. Вот опять я слишком сильно заехал. Теперь я слишком слабо заехал, ну... Бред. Ну вот что такое, я перевернулся, но нет, она ведь начала хрень какую-то вытворять. Жопа-то какая. Угу. Теперь он вообще решил ничего не делать.
Как же это тупо-то все. -100. Я еле-еле, блин, приземлился на бок. Но все равно, ну вот как так? Как заставить ее крутиться быстрее? Я не понимаю. Тварь, вообще супер, блин. Неужели... Да ладно, блин. Выезд в город, вот, это последняя хрень. Фух. Ну что ж. 2 минуты, не повредив машину, окей. Попробуем. Ну что ж, та вот предыдущая хрень была просто слишком жесткой. Ну, просто слишком. Я кое-как, блин, ее прошел. Это была полная жесть, но все-таки я прошел. И сейчас вот последний тест. Надо просто проехаться по городу, не повредив машину. За 2 минуты. Так, куда ехать? Ага, вот так вот. Так. Мне кажется, слишком сильно замедляюсь. Теперь обратно в автошколу сраную. А... Так, как тут лучше всего проехать? Да, в общем-то, прямо по этой дороге ехать будет проще всего. И потом свернуть просто направо. Сейчас у тебя все, я не прошел, да ведь? Я почти уверен, что я уже не прошел из-за вот этого говна тупого. И вот этого, какого хрена вы поворачиваете? Вы не видите, что я там еду? Мрази! Как же я их ненавижу. Еще машина говно полное, заносчивая какая-то. Может, мне хотя бы дадут какой-то бонус за то, что я... У меня время еще достаточно много осталось. Нет ведь, да? А, да ладно, бронзу! Фух, всего -1 повреждения. Ура! Охренеть. Жесть. Вау. Да, тут школа осталась, но тем не менее... Я ее прошел. Сейчас мне должен Сизер вроде позвонить. Если я ничего не путаю. Да ведь? Потому что ведь эта школа ведет к миссиям. К открытию следующих миссий. Это я точно знаю. Ну-ка. Да, мне должны позвонить. Это как бы без вопросов. Попробую сохраниться, может, да, позвонят. Значит, пока нет. Ладно. Тогда пока пройду вот эту миссию. Очистка проезда. Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. Ow! And I thought of you, friend. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in a 4-door sedan. Excuse me, partner, I got a call coming in. Arrivederci. Почему у них такие большие паузы между фразами в этом разговоре были? Ну ладно. Не знаю, возможно, серия получится длинной слишком. Ну и ладно. А, ну конечно же, менты. Как же без них-то? А я какой-то через жопу поехал. Ну ладно, ничего. Так. Заправка, это так, где мы Джетра подобрали. Да, она самая. А, даже так?
Вон же видно, что он там лежит на заднем сиденье, блин. Man, what the hell everybody anyway? You a beachy hooter or what? What the hell? You think you can mess with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake! You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, Essie. I don't know what you're talking about, man. Ah, my throat! Who you working for? Nobody! Turn around and look at me. Что ты... Не узнал меня? Hey, I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha? You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Vato. Oh, good. That's great. Now, we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what Hefe said. Uh-huh. Aliens and just... И же к месту, где припарковался фургон. Ага. Кажется, я помню, что это за миссия, если я, конечно, ничего не путаю. Ага. О, ракетница. Get out and grab a bike. The shipment has to get to the factory. You make sure it does, we make it worth your while. Окей. We're watching you, kid. Simon, Nessie, we're watching. Клёво. А это чё? А, у меня вот это что, штука вместо неё? Пусть лучше это будет. Спасть от первой засады, да? Где это? Ага. Пока фургон до нее не доехал. Хорошо. Звучит достаточно просто. А он в другую сторону едет, да? Надеюсь, я все-таки впервые доеду. Так, где они? Вот они. Блин, тут менты. Прямо тут вот. Не то пофиг, че? Ты какой? О! Так, блин. О! Избавься от следующей засады. Он, походу, в другую сторону этот фургон вообще должен был ехать. Как я не попал? Ау! Я случайно убил... мента. Да как я на них не попадаю? Да чё за говно? Я в дерево какое-то в обоссное попадаю. Теперь вообще ни во что. А, они еще вот здесь вот. Охренеть. Крысы. Где он? Так, следующая засада. У меня мало у ракетницы осталось патронов. Так, 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 это не круто, то, что он у меня начал так немножко подгорать. Так, ты ведь не полностью сгоришь? Нет. Это все равно очень опасно. Так, надо не промахиваться. Так, а эта хрень не взорвалась, да? Вот, теперь уже взорвалась. Так, теперь вот этих надо, ублюдков.
завалить. Это эти тупые мрази. О, последние. Это хорошо, что последние. И хорошо, что менты на меня внимания не обращают. Это вообще замечательно. Да как я не попал? Так, осталось двух челиков всего лишь убить. И все, да? Так, и теперь просто проследить, чтобы фургон благополучно доехал до завода. И все. Хотя бы он их пытается объехать, это уже хорошо. Это как раз завод по производству наркоты, они как раз именно поставляют все это смолку. Так что они наши враги, а мы им помогаем. Ну... Доверие нам встретиться. Чё это? Как это светофор оказался вот здесь? И каким образом он при этом все еще работает? Чё? Как это вообще возможно? Вот, в общем-то, и завод сам. Вот он. Давай, 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 давай. Ага. Все? Okay, we made it, but the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'm gonna get out of here. Угу. Ой, у меня остался даже. В жопу все это. Я пойду сохраняться. Еще чего? О, у меня миссия Крэша тут появилась. Интересненько, интересненько. Так, ну что ж, надо сохраниться. Здорово. Не-не-не, это уже я сделал. Да-да-да. Тут мне, по идее, реально должны скоро позвонить. После того, как я эту автошколу прошел, ну да пофиг. Когда позвонят, тогда и позвонят. Так что ладно. Всем спасибо за просмотр и всем пока.